Ты предлагаешь сотрудничество со следователем, это паскудничество. Взять да и выложить, рассказать, взять да и настучать. Я тебе объясню еще раз мерком, но другим языком, не будь ты свистком. Там, откуда я родом давно, стукачество — это все равно, что еврею ставить нациста клеймо, что русскому самовольно лезть в ярмо. Я тебе объясню еще раз мерком, но другим языком, не будь ты свистком. Еще раз мерком, но другим языком не будет.